15 октября подросткам расскажут о разработке игр в рамках ежегодной международной акции «День IT-знаний». Уроки проведут эксперты индустрии в 8-9 классах. Школьники узнают о том, как любовь к играм превратить в востребованную профессию и построить свою карьеру. Какие специалисты работают над созданием игр и какие у них задачи, какие предметы понадобятся для поступления в ВУЗ и много другой полезной информации. Зарегистрировать школу на День IT-знаний может учитель. Для этого ему нужно подать заявку на сайте акции.